Привет всем зрителям данного видео. Мы продолжаем прохождение игры Onimusha 2 Samurai's Destiny. И сейчас мы отправляемся за ключом, которого у меня не было в прошлом выпуске. Так, стоп. Мне не сюда. Вроде бы. Вот так. А, я понял. Все правильно. Бежим, бежим, бежим. Ай-яй. Как вы помните, я не смог в конце выпуска открыть дверь. Так как мне сказали, что у меня не хватает ключика. Поэтому сейчас будем его искать. Единственный, я думаю, правильный метод его найти — пойти в другую дверь. Так, идите нафиг, мне нужен ключ. Джубей! I discovered the truth about Oyu. She just happens to be... Someone's coming! I'll handle this, you go on ahead! Kotaro! Hurry! It's you. I know who you are. You're an agent from the Oda clan. You can fool Jubei, but you can't fool me. I don't know what you're planning, but you better stop hanging around Jubei. I'll let you live if you leave now. No, you've got it all wrong. Shut up. You have to believe me. Just listen for a moment. Please believe me. Wait. Да, вот такие вот у нас дела. Она оказалась агентом засланным. Ясно. Ох, вы ж, блин. Блин, бронированные твари. Отдыхай. Так, и ты иди сюда. Да дайте же мне сказать, что не можу. Отдыхай. Так, ладно, тут их будет много, думаю, появляться, но
Мне они не нужны. Так, давай, проходи ты через эту дверь. А мы ищем ключик. Надеюсь, он будет здесь. Да спущусь, конечно. Как же без этого? I'll fight with you. О, пришла ко мне на помощь, спасибо. Да подыхай уже. Наконец-то. Ништяк. Хорошо. Так, теперь нам нужно новое оружие. Берем его и разбиваем эту фигню. Здравствуй. Да чтоб тебя, подохни. Что это у нас тут блестит? Ключик, который нам так нужен. Ура! Теперь я смогу открыть дверцу, которую хотел. Так, давайте что-нибудь подарю, если могу. Что тебе может понравиться? Даже не знаю. О. А ну-ка, посмотрим, что будет с этого. This is very rare indeed. Так, хорошо. Ей понравилось. Так, машина тут там ничего не делает, да? Все, лестница. Похоже на секретную дверь в конце лестницы. Вы подниметесь вверх. Хорошо. Так, все, просто валим. Ну вот мы и на месте. И теперь используем круглый ключ. Да.
Чубе. I told you to stay away from him. Now you will suffer. Please, stop it. Ow! No! Are you all right, Kotaro? Hang on. This doesn't change anything. Listen. I'm going to return to Odani Castle. I have 3 daughters. I decided to choose them. You're lying. You should understand. Kotaro Fuma. How do you know? I've heard about you. Your mother was killed because she abandoned you and ran away when you were little. So you hate women. But did she really abandon you? She must have had a good reason. It's unthinkable that a mother would abandon her own child. Shut up! You don't know anything. Kotaro! Да, понятно. Так, что это? У вас есть запись Токичиро. В последнее время мой повелитель стал ужасно занятым управлением демонов, планировкой охоты на людей, посещением стройки на священном месте и строительством башни замка Гифу. Так как я всего лишь человек, мне сложно все время находиться рядом со своим повелителем. Но благодаря превосходному творению моего повелителя, пути света, я могу постоянно перемещаться между священным местом и замком Гифу. Теперь я могу путешествовать и полностью отдаться услужению своему повелителю. Подписано Токичиро Хиношита. Ясно. Так, что это за фигня? Так. Так. Yes. Простенькая загадочка. Ну что, телепортируемся. Вы войдете на путь света? Да. Замок Гифу, башня звезды. Опа-на. Какое знакомое место, дамы и господа. Ага, да, я помню, я в первой части сюда поднимался, Ну а теперь давайте спускаться. Так, вот у нас выход. Да, спущусь. Хорошо. Да, открывайся же. Ого, 6 комбинаций. Охо-хо-хо-хо. Даже не представляю, что тут надо делать.
Ладно, давайте еще раз быстренько разберемся. Если не смогу, то пойдем дальше. Так. Да, абсолютно без понятия. Ладно, думаю, не, там ничего такого важного не лежит. Давайте спускаться. Отдыхай. Так, что у нас тут? У вас есть зеленый ключ. Это хорошо. Так, сферу Онимуши брать не будем, так как я не уверен, что она мне вообще нужна. Так, давайте сохранимся, разумеется, в первый слот. Да. Фух, все, записались. И тут у нас прохода нет. Ну тогда отправляемся дальше. Тихо, тихо. Так, это у нас гром. Хорошо. Ну давайте тогда. Давай, открывайся. У вас есть дневник Токичиро. 4 января. Я очень сильно поражен действиями моего повелителя за последние несколько дней. Совсем недавно он убил не только монахов, но и всех женщин и детей в Хейзане. У него нет никаких чувств или морали, когда дело касается жизни людей. Теперь уже нет никаких сомнений в том, что замок Одани падет. Кто как не мой повелитель может завоевать всю страну? Я так рад, что преданно служу моему повелителю. Если я последую за повелителем, то стану очень богатым. Ну-ну. Так. Войти мы не можем сюда, да, что ли? А, стоп, у меня же есть зеленый ключ. Может быть, его надо использовать? Золотой, круглый, зеленый. Использован. Так, стоп. У нас карта есть этого места. Так, башня Гифу. Я сейчас где? Нет, это не то место. Странно. Засасываться или нет? Вот в чем вопрос. Я не знаю. Ну хорошо, сделаю автосейв. Фу. Ну что, погнали. Здравствуйте, господа!
просто шикарно. Да что ж с вас так мало все выпадает? Ну вот мы, собственно, и дошли до финала, всех победили, и у нас открыт только один проход. И все, выходим с этого места. Ничего особого интересного я тут не получил, можно было бы не ходить, но покачаться стоило. Так, о, восточная карта, которую я так сильно хотел. А, карта восточная. Ага, тут мы, значит, наверху башни были. Тут в секретике мы были, да-да-да, были вроде, все были. Да, были. А, теперь осматриваемся тут и наверх. Туда идем. Все ясно? Вроде бы. Что это? Так, не могу это открыть. Ну ладно. Так, сюда мы можем пойти. Ключ. Черри. Хорошо. I'll give you a hand. Ну, спасибо за помощь. Вы смогли открыть дверь. Интересно, а мне сюда нужно или как? Вот в чем прикол. Я не знаю, куда мне идти-то. Ну ладно. Сейчас и узнаем. Так, сделаю автосейв и побродим здесь. Я так понял, это место сделано тупо покачаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Совсем все плохо. Ну, раз нам предлагают, давайте покачаемся. Че уж там. Мы ничего не теряем. Даже наоборот. Гребаные ежики. Что в первой части они меня задалбывали, что сейчас. Отдыхай. Так, а у нас тут что-то особое есть. А, да, вспомнил, зачем мне нужно сюда идти. Все, я вспомнил. Идем, идем, идем. Нам сюда капитально надо. Очень капитально. Братюнь. Да, я воспользовался ключом. Так, это у нас закрыто, мы это не открываем. Дальше. Святой ключ.
Задание по созданию лучших компонентов было очень долгим и опасным, однако я так и не придумал, как можно было бы избежать жестокости. Странно, но если бы... но если вы ни в чем не сдерживаете людей, то они начинают сражаться друг с другом за территорию, но не за пищу. С другой стороны, развивать людей на ограниченном пространстве сложно, но самое сложное – уничтожить предводителей людей в сражениях, чтобы и для нас осталась пища. Я также обратил внимание на то, что некоторые демоны считают свободно выраженных людей лучше, считают свободно выращенных людей и лучше выращенных в неволе. Я должен признать, что разница действительно существует между теми, кто был захвачен в плен, и теми, кого мы выросли самостоятельно. Являясь опытным поваром, я могу отличить разницу сразу после того, как разрежу человека. Тайтрано Масакадо, человек, разорвавший свой договор с демонами и отправленный на стол для Фортинбраса. Я слышал, что Масакадо также убил многих людей, что было отмечено в их истории. Возможно, между личностью человека и его вкусовыми свойствами есть какая-то связь. Я не знаю, но, возможно, продолжу изучение данного вопроса. О, бред какой-то. Ладно. Что это? Работа 12. Вау. Опять очередная загадка. Ненавижу эти загадки. За 3 раза мы должны все сложить. Так, 3 попытки. Так, ну... Так. Так, если честно, я абсолютно без понятия, как его делать. Так. Так. Странно. Ай-яй-яй-яй, как же тебя сделать-то? Ладно, еще сейчас несколько попыток сделаю. Фу, думай, Бодя, думай. Как тебя правильно сложить? Так. Так. Есть. Магический камень. Давайте, я не против совсем магического камня. Чем больше магии, тем лучше. Все, валим отсюда. И теперь нам нужно пойти в очень интересное место, вот сюда. Так, пропусти меня! Так, стоп, что у нас по времени? А, да все окей. О, так, теперь сюда. Помните, у нас наверху была дверь, которая была запечатана? И теперь мы сейчас туда войдем. Нам сюда или нет, я не помню. Так, всосались. Да пустите меня, твари. Нам сюда или нет, я не помню. Так. Аптечка. Так, ну это у нас двери в ад.
но там нам делать совершенно нечего, и вниз туда я не пойду. Так, значит, нам не сюда. Так, спасибо, тихо. Ай, ё-моё. Наверх. Наверху должна быть эта дверь. Уйди. Ого, сколько вас. Ах ты, блин, черепушка. Да ё-моё. Вы чё, бесконечные? О, шикарно. Кошерно. Давай, идем дальше. Вот она. И посмотрим, что за ней находится. И не дай бог там будет находиться какая-нибудь хрень. Так, ящичек. Аптечка. И что, все? Ух ты, ё-моё. Охо-хо-хо-хо. Да, сложная загадка.